Всем ассаламу алейкум, короче, братва, тут у нас влог из Махачкалы, да? Не обессудьте, это первый дубль, поэтому, друзья, всем ассаламу алейкум еще раз, короче, приветствую всех, мы тут, короче, летим в Дубай отдыхать. А, ты влог снимаешь? Да, да, короче. А, тогда всем ассаламу алейкум, кто влог смотрит, мне тоже надо снимать. Да, для вас будет очень интересный контент. Короче, этот трешер холостяк, поэтому это как его там, следите за нашими инстаграмами, за тиктоком, короче, там тоже будет много контента, короче, это для начала видеоролик мы записали, дальше мы сейчас находимся в Махачкале, аэропорт, первый раз мы тут, и ты первый раз? Нет, я тут был уже. А, я тут первый раз, поэтому, друзья, я тут был. А ты в Дубае был? Короче, Дубай первый раз летим, братва, поэтому тут рядом люди, поэтому тихо разговариваем, постесняемся, поэтому дальше вы сами все увидите. Дальше, короче, покажу вам Дубай, а пока что тут Махачкала ждем, мы в зале ожидания, ждем самолета нашего. Всем салам алейкум, увидимся дальше. Братва, мы на посадку, летим самолет, летим в Дубай. Какие ощущения у тебя? Бомба. Короче, вот такая ситуация, короче. Увидимся в самолете, если, конечно, я засниму, или в Дубае сразу, может, увидимся. Ассаламу алейкум, короче, мы только что приземлились. Хорошо, какие ощущения у тебя? Бомбовые. Я оглохли, немножко, я ничего не слышу. Это снова увидим, короче. Короче, друзья, мы в Дубае теперь. Я вам покажу полностью Дубай, куда мы пойдем и так далее. Дальше все увидите. Погнали. Короче, братва, короче, мы приземлились. Мы уже в Дубае, мы уже в аэропорте. Короче, двигаемся дальше. Короче, мы тут сразу в аэропорту сдаем COVID-тест, короче. Hello. Мама, ты тут? Мы тут, короче, какой тест, прям вот такая ситуация тут, короче. Let's go! Вот и Дубай, короче. Как говорится, Дубай попали, что ли? Мама! Как говорится, Дубай попали, что ли? Короче, тут на пешеходе мы, короче, нас провожают, говорю. Пропускают, короче. Тут пока что жарко. А я, как обычно, у нас в России холодно, свитер надел. Он пешеходный переход с телефона вот так переходит. Там машины его ждут. А нам можно. Короче, вот такая ситуация, братва. Скоро вы еще много видосов, много роликов увидите, так что оцените. По-братски поставьте лайк, это будет для меня поддержкой. И будет мотивация для вас дальше снимать. А капец, уже красиво тут посмотреть. Дерево, вот мечеть тоже есть, машаллах. Увидимся чуть позже, братва. Салам алейкум. Короче, друзья, извиняюсь за вид. Мы уже приехали в гостиницу. Вот такая красота у нас пока что. Короче, многие мы трещи тоже. Трещи как ее распустились? Вот, короче, вот такая ситуация, братва. Мы сейчас заходим в гостиницу, посмотрим, что тут находится. Посмотрим, что и как. Номеру тоже покажу вам. Увидимся. Короче, мы заселились, можно сказать, в гостинице. Гостиница чистая, короче, и так далее. Я сейчас пошел в ресепшн, чтобы мне вид не понравился комнаты, поэтому я пошел поменять вид. А сказали только завтра, пока все комнаты запланированы. А пока что я вам покажу вид с комнаты, друзья. Устали, конечно, да? Говорят, завтра поменяем. Ну, а пока что вот такой красивый вид у нас. Интересно, вон там мечеть, машаллах. Мечеть работает, да? Вид фигня. Вид фигня? Ну, говорят, а завтра сделают, иншаллах. Там нормальный мужик попался. Пока что вот такой вид, друзья. Первый день в Дубае. Короче, мы надеемся, сегодня надеемся, что мы выйдем, погуляем и покажем для вас очень красивые места. Я стесняюсь, ой. Короче... Кроссовки оригиналы, за это вот такой вид в душ, мой душ. Короче, увидимся чуть позже. Короче, друзья, мы заселились, нормально все, чуть поспали, короче, трещина, мучили, чуть погулять. Покажем вам вид из нашего
есть у нас бассейн, короче. Бассейн вот тут у нас. Бассейн. Вот такая красота, короче. Что вам еще показать? Сейчас тут много высоток, короче. Вот так покажу вам. Тут идет стройка. Вот это заднее здание вообще бомба, видите? Пока еще мы в центр не поехали, короче. Центр тоже вам покажу, если мы сегодня поедем. Вот такая у нас первый день в Дубае, можно сказать. Много чего покажем, короче. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Едем дальше. Дальше у нас пока без настроения. Мы сегодня много спали, за это не бесуйте. Короче, братва, мы находимся в самом высоком здании в мире. Это как называлось, трещер? Как? Эйфелева башня называется. Ой, Бурдж Халифа, короче. Вот такая красота, короче. Представьте, сюда мы 30 минут пешком шли. 30 минут пешком шли, и мы не знаем ничего, номер телефона, ничего, сим-карт, ничего нет у нас. Домой даже мы не знаем, как надо возвращаться, нас какие-то русские хороший пацан привел сюда и ушел. Поэтому что надо сделать сейчас? На такси, да? Представьте, тут таксисты говорят, очень жестко кидают людей. Посмотрим, что будет. А мы пока что ждем фонтана. Что скажешь, братуха? Не верьте ему, он полную чушь говорит сейчас. Когда фонтан включится, это мы вернемся, братва.
Мы посмотрели фонтан, очень понравилось. А пока что вокруг вот этой башни, короче, гуляем и покажем разные места. Тут из-за темноты, не знаю, вроде нормальный телефон у меня, что-то нормально не показывает светло. Скажем, машаллах. Батуа, короче, тут, короче, в ресторане Бурак. Бурак, да? Это есть вот этот чувак с Тео, который кушаем у него в ресторане, но сам его нету, конечно. Вот такой красивый вид. И с таким красивым видом трешер кушает. Приятного аппетита. Скоро в гостиницу домой. Думаю, вам это первый влог в Сингапуре, что-то не сказала, и Дубай понравилось. Так что обязательно ставим лайк и подписываемся на канал. Увидимся.